Здравствуйте, дорогие гости, подписчики моего канала. Давайте с вами посетим сегодня видео, посмотрим, что происходит у вашего недоброжелателя сегодня, на сегодняшний день. Ну, смотрите, что происходит. Ваш рак, он из семьи и недоброжелатель. Возможно, обращался за магической помощью к колдунии. Либо сама. Такое тоже, смотрите, может проиграться так, что у кого-то в семье есть женщина, которая тоже занимается магией. Возможно, это даже указывает на вам сейчас на то, что это женщина из семьи, колдунья. Скажем так, занимается нехорошими делами. Женщина очень холодная, считает себя очень мудрой. Давайте посмотрим, что у нее еще происходит. Она здесь нам показалась. Что же у нее происходит? Она болеет. Пытается очиститься. Считает, очень высокомерная дама. Считает себя прям... Ну, не сказать, что пуп земли, но примерно так. Но однозначно... Она сейчас болеет. Возможно, она хотела разбить пару, семью. Думаю, что она это сделает легко. Но вот из-за ее дум пришел недуг, от которого она пытается сейчас избавиться. Да, и делает она это. Все, что она делала, делала нехорошее. Из семьи. Очень долго она трудилась. И все труды, похоже, останавливает сам товарищ. Видите, карты как ложатся. Одна карта. Вторая. Дьявол и раболепие. И никакая умеренность в этой жизни, даже если она сейчас остановится, не будет ничего делать, это бесполезно. Человек переступил какую-то черту. Ну, как в рабстве, в темных сил. Они ее уже руководят. Она думает, что у нее есть сила. Обращается к своим предкам. Но предки, вот смотрите, предки — дар, заточение. То, что ей дано, может, было, может, есть какие-то способности от природы, они закрываются. Они ей были даны не для этого, не для зла. Давайте мы поняли здесь, что есть женщина, которая занимается нехорошими делами, магией с помощью темных сил. Давайте совет для вас, что вам делать. Возможно, обратиться за помощью к кому-то. И вот эти вот все неприятности
Возможно, у кого есть какие-то друзья, которые могут посоветовать. Ну, у каждого я говорю, что здесь настолько все индивидуально, что выкосить все эти неприятности, понять, кто это, что это, отдалиться, убрать от себя. Возможно, придется обратиться за помощью к кому-то. Может быть, сделать какую-то точную диагностику. Есть у вас это и нет у вас. Это же тоже смотрит огромнейшее количество народа. И не значит, что у всех вот есть какая-то женщина, какая-то ведьма, какая-то колдунья, которая причиняет зло. Притом еще и семьи. Понятно, что это проигрывается не у всех. Бывает, человек не знает, что это есть, а это есть на самом деле. Он живет с этим и не знает, почему у него так все плохо, почему тут плохо, почему тут здоровье, почему ничего не получается, почему так, почему это. Вот совет для вас. Обратиться к кому-то. Кто чувствует, что в его жизни что-то не так, вы преодолеете весь. Смотрят уже люди, у которых есть какие-то способности, либо вот этот человек, обладая даром. Вот он, друг. Друг, дар. Снимет, поможет снять этот тяжкий груз и преодолеть все препятствия. В том числе и ту особу, которая у нас вышла там. Так называемая колдунья. Ладно, будем смотреть дальше. Пишите мне в комментариях, какие темы вы хотели бы услышать. Которые, может, темы подольше развить, вот сделать вот такие расклады. Пишите. Всего вам доброго. Счастья, любви, здоровья. И знайте, что все равно все преодолеете. Не бывает такого, чтобы кто-то делал зло. И это было бесконечным. Зло, оно всегда будет наказано. Всего вам доброго.